Кинокомпания «Второй продакшн» представляет. Кастинг в сериал «Новая игра престолов». Остановитесь! Железный трон достанется тому, кто сможет доказать, почему именно он достоин его занять. Итак, первый претендент – князь Гвидон. Добрый день! Это телекомпания НТВ и программа ДНК. И сегодня князь Гвидон пытается доказать, что он сын царя Салтана. Встречайте наших свидетелей. Со стороны царя Салтана – ткачиха, повариха, сватья, баба, бабариха. Со стороны князя Гвидона – белка, 33 богатыря и царевна-лебедь. А теперь у нас в студии та самая бочка, в которой приплыл царь Гвидон. А вот, посмотрите, вот, герб царя Салтана на бочке. А у нас уже есть конверт. И через считанные секунды мы узнаем, является ли Гвидон Салтанович сыном царя Салтана. Да, является. Вот это подстава! Все куплено! Итак, князь Гвидон, вы не можете занять железный трон, потому что у вас есть трон вашего отца. Следующий. А скажите, а это здесь проходит кастинг в игру приколов? Нет, здесь кастинг в игру престолов. То есть я зря подушку-пердушку приносил? Следующий. Вы кто? Я царь Горох. А, то есть все-таки нужна подушка-пердушка. Ну и чем вы знамениты? А, вы знаете, ну, я с грибами воевал. Ну и что вам сделали грибы? А вы мне скажите, а вы бы, услышав такую песню, не стали бы с ними воевать? Постепенно снег не найдем, мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Царь Горох, ваше место на грядке. Следующий. А вы кто? Я Майкл Джексон, король поп-музыки. Давай, Ваня! Цвет настроения синий. Это я, король поп-музыки. Успокойся, киллер! Страшные девочки и мальчики! Ау-ау-ау! Я тоже киллер! И спокойной ночи, малыши! Я тоже хочу быть королем! Спят усталые игрушки, книжки спят. Собакам здесь вообще не место! Кто следующий? А я король из бременских музыкантов. А имя у вас есть? Да, король из бременских музыкантов Русланович. Цвет настроения синий. А у меня тоже есть отец. Я Филипп Бедросович, сын Бедра. Еще мой отец с головой сражался. Ну не дружили они. И, видимо, это передалось мне по наследству. Ах, принцессочка моя, горемычная, скоро будут здесь певцы заграничные. Выбирай любого, все оплачу. Мы к вам заехали на час. Привет! Похоже, я схожу с ума. Я начинаю слышать голоса животных. Кто следующий? Царь Дадон! Ну и где он? Он прислал вам всем поклон!
Меня одолевают враги. Слева, справа, спереди, сзади. Друзок, а тебе нужен золотой петушок. А зачем он мне? Где я его вообще возьму? А он всех твоих врагов прогонит. А ты купи у меня петушка. А у вас Сбербанк онлайн работает? Прикладывайте. Ну зачем тебе трон? Тебе уже 100 лет. Иди отдыхай. Правильно. Потому что трон мой. Я король. Я король. Я король. Отпустите. Отпустите. Тихо, тихо, тихо. Hello. My name is Donald Trump. Я есть король, я есть царь. И кто это вам сказал? Русские хакеры. А царь-то не настоящий! Снято! Все наглядочены,